Добрый день, дорогие радиослушатели. В программе «Острые углы» мы предлагаем совершить небольшой экскурс в историю программы «Эхо Москвы» в Сызрани. 6 ноября 2012-го в прямом эфире нашей радиостанции в программе «Острые углы» на тему «Какие из современных способов рыбной ловли являются варварскими» состоялась дискуссия между владельцем рыболовецкого траулера, сызранским предпринимателем Александром Нероновым, и также известным в Сызрани предпринимателем, представлявшим в эфире интересы рыбаков, Олегом Мещановым. Дискуссия, нужно сказать, прошла остро, и в пылу полемики со стороны Александра Неронова прозвучало обвинение в адрес владельцев общества с ограниченной ответственностью «Криста». На смысле обвинения я сейчас останавливаться не стану, чуть позже. Наши радиослушатели и посетители сайта эхосызрань.ру не только слышали, но и обсуждали горячо передачу «Острые углы» от 6 ноября. 19 апреля 2013 года состоялось судебное заседание по иску Владимира Федоровича Симонова к Неронову Александру Эдуардовичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда. Суд решил исковые требования Симонова Владимира Федоровича удовлетворить в части, это цитата решения. Цитируем далее. «Признать несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Симонова Владимира Федоровича сведения, распространенные в публичном выступлении 6 ноября 2012 года в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Сызрани в рубрике «Острые углы» на тему «Какие из современных способов рыбной ловли являются варварскими» следующего содержания. Мы даем в эфир оспоренную судом опровергаемую цитату». Возьмите, допустим, Кашперский поселок. Вся канализация с этого города, с этого поселка стекает в воду. Без всякой очистки, без всякой этой самой, которая, вы знаете, у нас есть уважаемый, который, господин Симонов, у которого есть Криста, у которого есть гальванические цеха, которые все кислоты с этих цехов льются, как говорится, бесконтрольно в это, кислотой в это самое все это. Причем здесь вообще, как говорится, трал? Вы понимаете, не переворачивайте с ног на голову все эти вещи. Решением Сызранского городского суда установлено опровергнуть указанные сведения путем направления для трансляции в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Сызрани в передаче «Острые углы» копии решения суда, вступившего в законную силу. Конец цитаты. А мы продолжаем эфир.